А прямо сейчас смотрите нашу традиционную рубрику «Народные новости». Что нового произошло у жителей Саратова, узнала съемочная группа РЕН-ТВ «Саратов». Что нового интересного в жизни происходит у вас? У меня был недавно день рождения, я его отлично отпраздновал. Моему сыновке будет годик, вот 21 августа. Я съездила, скажем так, себе на родину, в Уральск. Я очень хорошо там провела время. Мы ездили отдыхать в Кисловодск, Ставропольского края. Нам очень там понравилось. Я побывал в Черногории 10 дней. Супер! На даче отдохнул. Было день рождения, отдыхала, проводила с подружками время, с молодым человеком. Ходили на картинг. Была свадьба лучшей подруги, гуляли 2 дня. Если у вас есть интересные новости, то звоните к нам в студию.